Друзья, на улице жара, спекотно. Притихли птицы, тишина. Не слышно шелеста листвы на деревьях. Только город живет своей жизнью. Он не может жить в тишине. Но что это? Кто это там спешит, стуча по стыкам рельс своими колесами? О, это наш герой, паровозик. Он возил своих маленьких и больших пассажиров на прогулку далеко-далеко. А сейчас едет на станцию за новыми детками и взрослыми. Даст гудок и повезет их по красивому берегу озера. А мы поспешим на станцию, где выходят приехавшие пассажиры. И будут новые пассажиры заходить и удобно устраиваться на сиденьях в вагончиках. Машинист даст гудок и повезет их по красивому берегу озера. А вот и станция. Смотрите, как здесь все удобно устроено. Есть кафе, столики. Можно что-то скушать или выпить сок в ожидании поездки. Вот и паровозик. Но что это? Это же не тот паровозик, который возил наших деток и взрослых в предыдущем фильме. Наверное, тот паровозик просто отдыхает, взяв отпуск, или поехал на юг купаться в теплом море. Новые пассажиры потихоньку приходят, выбирают себе вагончик, тот, который нравится. Удобно усаживаются и ждут, когда же поеду далеко-далеко. Вот и кассы. Надо спешить, купить билетик. Как же без билета? Мы не будем зайцами. Какой красивый уголок. Здесь можно посмотреть и поиграть. Ведь правда красиво. Но надо спешить на посадку. А вдруг паровозик уедет без нас? Вот мы заняли место, удобно расположились. И ждем контролера. У нас как у взрослых. Контролер проверяет билеты и компостирует их. А как же? Ой, кто-то опоздал. Надо поспешить, иначе мы уедем, не дождавшись всех опоздавших. Вот, кажется, и все пассажиры, и можно ехать. Дежурный по станции подает сигнал. И наш паровозик едет далеко-далеко, везет сказку своих пассажиров по берегу озера и по красивой природе. Удачной поездки! Счастья вам всем! А нам до новых встреч в наших новых видео. Я жду ваших комментариев, жду лайки. И желаю, чтобы все-все подписались на наш канал.
До новых встреч!